Во всем мире сегодня проходит акция, призывающая людей не выходить на улицу, чтобы сдержать пандемию COVID-19. Самоизоляция признана самым эффективным методом борьбы с эпидемией. Сейчас и наша Тверская область находится на этом режиме в связи с распространением пандемии коронавируса. А медиахолдинг «Тверской проспект» поддержал инициативу проведения акции «Остаемся дома». К призыву «Остаемся дома» присоединяется все больше известных людей Верхневолжья и простых тверичей. Они призывают граждан к солидарности, поберечь себя и соблюдать режим самоизоляции. Роль и значение акции «Остаемся дома» подчеркнул почетный гражданин Тверской области Владимир Суслов. Оставайтесь дома. Мы имеем дело с очень коварным, непредсказуемым противником. И противостоять ему можно только высокой организованностью, солидарностью и сплоченностью. Чтобы заботиться друг о друге, беспокоиться друг о друге и рассчитывать на то, что мы это пройдем достойно. О необходимости остаться дома в неблагоприятный период для здоровья высказался председатель Тверской городской думы Евгений Пичуев. Он подчеркнул, что несмотря на сложное время, необходимо терпение и выдержка. Я понимаю, как вам тяжело не иметь возможности посещения театров, спортивных залов, бассейнов, да и просто выезжать с друзьями на природу. Но мы должны понимать, что лучше сегодня предупредить распространение инфекции и быть здоровым. Поэтому я желаю вам крепкого здоровья, берегите себя и будьте дома. Депутат законодательного собрания, председатель постоянного комитета по экономике и предпринимательству Олег Лебедев в программе нашего телеканала «Тема дня» также рассказал о необходимости оставаться дома в сложившихся условиях. Чем ответственнее мы отнесемся ко всем мерам безопасности, которые сегодня нам рекомендованы, тем быстрее удастся преодолеть пик распространения инфекции, снизить число жертв и вернуть жизнь в нормальное русло. Каждый житель Верхневолжья может внести в акцию «Остаемся дома» свой вклад, просто оставаясь дома в режиме самоизоляции. Особенно это важно для пожилых людей. Берегите себя и своих близких.